Всем привет, с вами Алексей Ваньков. И сегодня хотелось бы в двух словах еще раз рассказать о моей опоре для охоты и для стрельбы. Компания PageAct, но в принципе не важно. Кому будет интересно, задавайте вопросы, скажу. Многие говорят, что зачем это все фигня, стрелять с рук, все это здорово. Это здорово, если вам безразлично состояние зверя и так далее. Я с тех пор, как начал использовать опору, сошки, квадросошки, неважно, квадропод, перестал иметь какие-либо подранки. Подранков просто нет, правильно? Потому что ваш выстрел очень зафиксирован, стабилен и надежен. Значит, именно эти сошки можно использовать как монопод, байпод и квадропод. Итак, затвор я достал. Техника безопасности как-никак. Значит, первое, как монопод. Стабильно можно стрелять до 100-120-130 метров с практикой немножечко, да? Дальше байпод. С этого до 200 метров, если попрактиковаться, будете бить, ну, пуля не в пулю, но сантиметров 5 ложить будете. И квадропод. Стабильно, надежно и с достаточной тренировкой вы сможете стрелять спокойно за 500 метров. За 500 метров без проблем. Очень хорошо. Главное не стулиться сильно. То есть, если вам приходится сгибаться, сошки низковаты. Вы должны стоять свободно и расслабленно. Также, в чем прелесть этих сошек, что если ослабить одну из сторон, то можно проводить цель по диагонали, либо вниз, либо вверх. Можно поворачиваться, то есть, в принципе, если повернуться немножко, то мы приподнимаем одну сторону и проворачиваемся, да? Если вам надо повернуться на 180 градусов, вы просто берете две руки поворачиваете на 180 градусов. Все очень просто, удобно, самое главное, надежно.